В Министерстве экологии и природопользования Московской области подготовлен проект положения о государственном природном заказнике Дубешнинский на территории Одинцовского городского округа. Особо охраняемая природная территория местного значения, лесные массивы бассейна реки Дубешня, получил статус региональный. Обследование проектируемой зоны подтвердило местообитание здесь 14 видов краснокнижной флоры и 17 фауны. В заказнике будет запрещено любое строительство и прокладка дорог, а также рубка деревьев.